Итак, всем привет на канале Беларусь Германия. Наконец-то мы добрались до Хорватии, и в этом видео вы видите наш путь в эту великолепнейшую страну. Так, все, пятница утро. Позвонила жена, что ее можно забирать с дежурства. Сейчас заберем жену, а еще что-то собрать придется. Я думаю, в часов 10, пол 11, ну вот это край. Мы должны сегодня выехать наконец-то. Бежит уже звезда. Ну что, утро доброе. Поспала сегодня? Нет, я работала в поте лица. Это ты на камеру говоришь? Так, ну что, вот и начинается наше путешествие. Так, счетчик мы обнулили. Показывает нам ехать 9 часов 25 минут. Прибытие 8:24. Это мы прибываем в Словению в это время, в отель, где мы ночуем. Так, все, жена вернулась с магазина. Так что она сегодня еще не спала. Ну как, она сегодня дежурила, и на дежурстве не поспишь, поэтому она, наверное, будет спать в дороге. По-любому. Да. Ну, а я буду развлекаться. Мама. И что-то вам рассказывать. И любоваться. Мам. А, я думал, что вокруг происходит. Ну ладно, там решим. Так, ехать нам до пункта ночевки 911 километров, но сегодня пятница. К сожалению, в Германии по пятницам, ну, с понедельника по пятницу очень много фур гоняет. Суббота, воскресенье они в основном им запрещено, только имеют право ездить, кто там, все продукты. Что-то человек резко остановился. Поэтому сегодня, наверное, намучаемся, эти 911 километров превратятся нам не в 9 часов, как примерно, а часов 10-11. Но ехать мы будем километров 130 сейчас, не больше, потому что дети с детьми я больше не езжу. Она сейчас сидит, красится. А если резко затормозить? Я не засну, если не накрашусь. Нет, я говорю, если сейчас резко затормозить, как ты накрасишь? Я глаза лишусь, но не поеду не накрашенная. Так. Так, у нас первая пробка, говорю тихо, потому что жена пытается спать. Ой, сегодня пятница. Остаемся мы еще. Мы еще до Лейпцига даже не доехали. Уже началось. Опять пробка. Сейчас BMW обогнала семерка, походу, новая. Прототип какой-то, потому что у нее вот где изгибы, там углы, сквозь, и все было в камуфляжке, и какие-то там накладки специально, чтобы, наверное, никто не мог понять, какой корпус. А, ну, это новая модель, потому что с зубами на лбу, ну, с этой решеткой смешной. Так, у нас мамка проснулась. Теперь можно в голос говорить. Кормилица. Кормилица, да. Сейчас немножко перекусим. Остановились по туалетам, прогулялись. Соня, что там делаешь, как? Марк, не подавись. Сейчас, так что еще раз немножко перекусим. Данкишон, странно как-то. Подождем. Да. А ты про погоду еще не говорил? Не, еще не говорил. Как твоя фирменная фишка? В общем, так, подожди, что ты меня сбила вообще? Давай перекусим, но будем дальше двигаться и в дороге уже расскажем. Я не знаю, я голодная, осталось открыть это не помню. Ладно, сейчас помогу уже не открыть и продолжим, может это вообще. Так, у нас еще одна остановка. Жена выбирает туалет, который почище. Мне кажется, они все тут так себе. Но хотя удобно, почти каждый, наверное, метров 20, я не знаю сколько. Столик, мусорки, туалет, парковка. Так что
инфраструктура для путешественников с большего, да, имеется. Самый узнаваемый бренд в мире. Макдональдс. И вот ты едешь даже вдоль дороги. Макдональдс и KFC. Всегда. И они вот вдвоем вместе, как братья. KFC и Макдак. Постоянно рядышком. Сейчас показываю, рассказываю тем, кто думает, что Германия — это сплошные автобаны, без ограничения скорости. Да, оно есть. Но большую часть пути ты едешь вот так вот. 80 км в час и все, потому что здесь ремонтируют дорогу. Так, сначала ехали хотя бы со скоростью 80 км в час, а теперь едем со скоростью 14 км в час. Автобаны без ограничения в Германии. Ну, это тоже должно быть. Так что у нас показывает там все красное. Посмотрим, что там дальше будет. Так, все, остановились мы в Баварии. Купили виньетку. В Австрию у нас есть, мы взяли в Словению. Взял я на месяц 30 евро, потому что типа на 7 дней 15, 2 раза по 7 это клей пробивай. Ну, смысл, взял сразу на месяц 30 евро. И сейчас выйдем, покажем вам прикольные там, очень красиво. Так, я не знаю, вам видно или нет, но это просто красота. Вот это вот Бавария. Смотрите, какие красоты, боже мой, это о, не передать. И тут пробки вообще, это что-то интересное. Ты едешь, потом резко становишься в пробку, едешь дальше и также с этой пробки выезжаешь. Но нету ни ремонта, нету ничего. Вот просто едет поток, резко он останавливается и крадется минут 10, и потом опять едет нормально. Но это Бавария, потому что, я не знаю, вот там где 120, так мы ехали все 80, потому что правый ряд едет 80 и левый 80, и мы нормально все. И получается, сейчас подъезжаем, маунт, типа, проезд 12,5 евро, digital там показана левая полоса. Ну, я довольный, давай сунуться в левую полосу, подъезжаю, мне не открывает. Я думаю, как так, я же заплатил все дела. Начинаю сдавать назад, немец, блин, стал, подпер и ни в какую, вот просто вот чепушило. Ну, бывает, перепутал, оказывается, это было... Digital можно было также оплатить и туннель. Это нам надо было платить за туннель. 12,5 евро первый туннель. Вот, сейчас мы платим в Австрии. Зибан фюнстик зэкси, я? Зибан зэкси? Банка, чус! Так, вот, 7,60 еще за туннель в Словении. В общем, вот наш номер за 80 евро. Одна кровать, две кровати, еще одна кровать. Туалет, зеркало, подсолнухи, жена, телевизор. Марк пописал, ложись спать. Ну вот, в принципе, все есть. Туалет есть, душ есть, полотенце есть. Чайник есть, можно еще и завтраки, но будут, но мы уезжаем в 3 часа утра, наверное. Поэтому просто сейчас я быстренько на комп скину то, что записал на камеру, потому что флешка забивается. Чисто даже больше, и все.
ложимся спать и выезжаем завтра пораньше на границу, потому что мы где-то нам часа полтора до границы ехать. Дети пока спят. Да и люди, наверное, тоже. Ну что еще в нашем отеле? Чайники, кофе, который я уже забрал, делаю сейчас. Так, все, готовы, все собрали, кофе не зашел, 4 часа утра, выдвигаемся на границу, но сначала надо заправку еще найти, Сонька. Так, утро доброе, мы уже по пути к границе, только непонятно, что Google показывает, потому что он показывает то 2 часа, то евро 24, хотел сказать, то час 24. В общем, мы где-то уже недалеко от границы. Едем по улочкам узким. Так, подъехали мы к границе, но границу мы еще саму не видим. Видим вот такое вот счастье. Уже пробка. Показывает нам все красное. Карьерчик. В общем, по моим ощущениям, что граница должна быть где-то вот уже за поворотом, насколько я помню, как это было. Как у нас на самом деле, сейчас мы все это увидим. Я все еще пока толком не понимаю, но мы, походу, вот сейчас въехали в Хорватию. Мы распечатывали какие-то листочки там вот с номером там въезда. Мы там документы подготовили, ну, как бы достали. Получается просто, она говорит, едьте, потому что вы на немецких номерах. Но только начало нашего отпуска. Так что, наверное, видео про дорогу до Хорватии мы будем заканчивать на этой прекрасной, великолепной ноте. Да? С вами попрощаемся и увидимся уже в самой Хорватии. Говорите пока, господа. Пока. Все, мелкий спит. Всем пока.